с вами снова я, читер 00, со мной сегодня мой друг Вова. Да, здравствуйте всем. И мы сегодня будем играть в игру Evil Nun. Звук немного убавлю. И если мы будем видеть Evil Nun на режиме призрак, то мы должны будем убегать. Да, а толстая монашка нас будет спасать. А я должен просто не смотреть, да. А то у меня во снах. Это я просто мерещится, но я не боюсь так, что я маленький. Хотела я сегодня с Викой записать, но она ушла к подруге. Так что сегодня мы будем с Вовкой играть. Да. Итак, как прежний Teacher 2. Да. Просто на режиме призрак. Да, с читером ассоциируется. Угу. Привет. Привет. Мы себя сейчас в отражении видим. Да. Но вы нас не будете видеть. Кстати, да. Скоро будет второй канал, где Вова будет меня снимать, а я буду ролью, типа. Хор. И там еще войдут другие люди в кадр, кажется. Да. Потому что там войдет Варя, еще моя подруга, она приедет в августе. Да. А новый канал будет в августе. Так что поспешите. Да. Подпишитесь на этот канал. Он будет называться «Камень с душой». Но все это уже знают. Ну да. Наша цель сейчас 20 подписчиков. Мы добьем хотя бы до конца этой недели. Давайте, друзья, если вы такие активные, то что набрали мне из 11 подписчиков 14, то... Просто вы наверняка можете набрать кучу подписчиков мне. Да. Еще я, игрок, снимал, если вы видели мои видео, записки среднего человека. Ой, вот она там. Ушла. Михаил Вэй, короче. Да. Вот я сейчас и с другом. Меня зовут Вова, как вы знаете. Да, я уже рассказала. Сейчас монахиня придет, но я уйду от нее. Пошла в жопу, монахиня. Все, я ухожу. Сюда. Да, давно, конечно, роликов по монахине не было. Ну да. Опа, здрасте. Что у нас здесь? Здесь что? Ой, запахло тухлой картошкой. Да. От того, что мы только что набесились. Ага, сейчас вот снимали, и как будто мы в Майнкрафте, вот. Да. Если вы знаете эту игру, эта игра очень знаменитая. Да, она с 2009 года еще. Да. Просто очень любим смотреть компота. Да. Только не засирайте нас в комментариях, то что мы смотрим компота. Потому что у него самый крутой скин. Ну, вообще-то у меня... Круче еще есть скин в Майнкрафте. Блин, я нашумел. Надо убегать. У меня тоже отличный скин, короче. У меня, короче, три цвета волос в скине. Фух. Сейчас. У меня тоже очень крутой скин. Наверное, как твой, если ты его не бил, но... Она прямо на меня пошла! Вы видели, ребята? Ребята, она так быстро... Так, надо убегать. Это такая беска была только что. Да, она запряталась, просто она тебя не видит, и режим призрак. Она где-то... Она ходит со мной. Что она так делает, а? Я спрячусь. Она что ли тоже нас слышит? Мы вам на камере, вам, ребят, снимаем, короче. Да, ушла. Ушла. Просто не надо. Да, ребята, если вы хотите второй канал, обязательно подписывайтесь на этот канал, на канал Читер 00, на канал Михаил Вэй, пожалуйста, просто там снимается мой друг с его дедушкой. Да. Хотя бы немного поддержать, чтобы, пиар такой. Вы уже меня видели, потому что мы там с лицами снимаем. Возможно, они тебя видели, возможно, если кто-то... Да. Если кто-то смотрел вас, это видео, тогда тот видел. Да. И у нас сейчас соревнование идет, у кого больше будет подписчиков. Да. Ну, у меня пока просмотры 861. А у меня очень много, потому что под одним видео, где называется «Сухум 2015. Отдых с семьей», там набралось просто 500, почти 600 просмотров. Если вы не видели прошлый ролик, где я показываю, как пройти
игру через дверь, игру Granny Chapter 2 через дверь, то обязательно посмотрите, что это было. Чего? Я залез в шкаф. Ого, прикольно. Если вы не видели мое предыдущее видео по Evil Nun, тоже посмотрите. Желательно посмотреть. А то мы уже школьники, так что... Да что ты рассказываешь всем? А, ну я же рассказала, сколько мне лет. В прошлом видео, так что что? Ну да. Мы еще школьники. В четвертый класс только поступаем. Ну ничего. Сейчас монахиня придет. Куда? Туда, где я картину уронил. Так что тут сидим. Так что тут сидим. Ну. Ребята, если вам мало лет, то... То не вы... стесняйтесь. Да, не стесняйтесь Ютуба. Вам точно будет столько же лет. Вы успеете, еще жизнь вся впереди. Угу. Ой. Тем более я видел еще младше людей, которые так на Ютубе не смотрю, а то в снах будет мерещиться. Ушла. Все. Блин, вот я дурак, конечно. Что? Уронил картину. До свидания. Ну ничего, картину уронил. Ничего страшного. А монахини там? Там монахини нет вроде. Она там! А где? Она бежит ко мне. Я ж угадал. Правильно говорю. Ой-ой-ой. У меня режим призрак, но она... Знает, где я. О, посмотри, какая у меня прическа сейчас. Это девушка с молотком. Можно еще толстую женщину можно вызывать, если только карточку найти, чтобы вызвать автобус там. Она забаговалась. Она застряла. Она застряла, посмотри. Ты же ее яйцо не видишь? Нет. Все, короче, понял. Бак. А если ее разбаговать? Давайте ее разбагуем. Давайте. Идет. Все. Молодец, помог монахине. Ты с молотком. О, твоя упавшая любимая картина. У Грэнни она почему-то кто-то ее вешает. Это тот, кто это сделал эту игру. Не, это Грэнни вешает. А. Ну ты же это играл в Грэнни. О, господи. Ты, короче, играл в Грэнни. До свидания. Там ты это снимал картины. Не помогите мне, я убегаю. Нам надо найти кабель. Ну скучно со мной иногда бывает. Да, Сень? Да, иногда. Ну нет, ты мой лучший друг, так что. А тут карта должна храниться. Нет, тут должен быть кабель. Вот, ключ. Но мне нужен кабель. Денежки. Да плевать на них. У меня, посмотри, сколько денег. Много, ты еще успеешь купить много. Тем более я еще за YouTube заплатил. Ну да, молодец. За свой канал. Я там нет. Вот мне дали денег. Я заплатил YouTube, и мне дали денег. Ой. Кто там? Бежим! Бежим от нее. А, тварь. Что я остановился-то? Ребята, пожалуйста, поддержите нас с Вовой лайками, подписками и колокольчиком. Да. Если вам не понравится видео, вы можете дизлайк ставить. Да. Я вам не говорю. Подписывайтесь на этот канал. Да. И скоро будет Ставьте новый лайки. Канал. Скоро будет новый канал, да. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить да. новое видео. Что-то какая-то слишком короткая серия. Да. Но я хочу вам показать один прикол, пацаны и девчонки. Угу. Ой-ой. Идет. А я иду в бункер. Сейчас мы перезарядим маску. Вы, возможно, не знаете, что я хочу сделать. Но я знаю, что. Я вам покажу один прикол. Ой-ой, сейчас будет громкий звук. Все заткните уши. Прошел громкий звук. Фух. Ух. Одеваем маску. И бежим. Да. Это просто бежим.
Это просто такая штука. Если вы не слышали. Да, а это никто не слышал. Извините, пожалуйста. Извините. Это просто пиар на фантома. Да. Из Майнкрафта. Смотрите, смотрите. Мы вот так вот просто делаем. Ой, выключил. Вот так вот. И мы оказываемся на крыше. Вот сейчас толстая монахиня приехала. Глупая это. Смотрите, какая она жирная. Ну, а видите, какая она жирная одежда. Угу. Дирает. Ты можешь сбежать уже из школы. Не, мне никак не сбежать будет. Да? Да. Так. Ну, если мы пойдем по этой линии. Ой, видите значок спрятаться? Видите? Вот это. Вот это. И вот кухня. А это что? А это же желтая дверь. Да. Которую... А это наша комната. Да. И вот здесь такая невидимая стена там есть. Там невозможно попасть. Мы сейчас сможем попасть в прачечную. Да. Нафиг нам это надо, да? Mm. Мы можем поделать разные фигни. Mm. Опа! Сюда вот спустился. Все. Я могу просто так сбежать. А, до свидания, монахини. Нам надо было шкатулку. Mm-hmm. Смотрите, дерево висит. А я иду просто. А я иду, шагаю по луне. Mm-hmm. Если вы смотрели машину, дверь. О, я прям в дереве. Видите, пацаны, девчонки. Mm-hmm. Пацаны и девчата, во. Mm-hmm. Ну, давайте вернемся в школу. В принципе, нам надо пройти игру. Девчата-котята. О, господи, что это было? Мы... Да, монахиня. Монахиня. О, господи, она чуть не задавила тебя. Я здесь. Теперь мы забираем связку ключей. Связку ключей. Пацаны. Наша песня «Дон-дон-дон». «Дон-дон-дон! Он реал пацан!» «Дон-дон-дон!» Ладно, все, потом споем. На канале «Песни россияны». Да. «Песни Украина», «Песни россияны». Короче, на глупых песнях. Это же дурацкая такая песня. Я придумал ее сам. Потому что это дурак. Еще есть два жеренца там. Два жеренца. Сожрали всю черешню за это. Их посадили в тюрьму. А тюрьма называлась Тобичау. Ну, жеренцы выбрались из тюрьмы Тобичау. И пошли дальше жрать всю черешню. Ага, типа эта песня о том, что они любили черешню. А! Монахиня идет. Фух, ушла. Вы, возможно, не понимаете, почему я так боюсь, но я же на режиме призрак, но у нас такая цель. Ну да. Итак, мы сейчас пойдем туда, где мы уже были. Угу. Вот. Мы прям сбежали в маске. Видите? Я нажала на кнопочку, и она испарилась. Вот, мы здесь были, мы тут уже бегали, но почему-то мы так не уходили. У нас такого тоже не было. Ой, yes, у нас монеты. Да. Мы прошли игру. Да. Прячься от монахини. Да. Да, возможно, еще видео про Evil Nun мы запишем. Да. Но, возможно, я буду один, возможно, с Вовой. Да. Ну, как получится, у нас там дела. А может быть, я и с Викой, и с Вовой запишу, не знаю. Да, если может, мы все втроем запишем, конечно. Да, не знаю, просто. Да. Такая хорошая игра была, ребята. Да. Нам вместе понравилось. Да, как же я хочу уже второй канал, чтобы вы наконец-то узнали мое лицо. Ну, да. Вы видели на аватарке мое лицо. Но черт, я сейчас другой уже. Помните, какой я был в январе? Я был вообще таким... Таким толстым слишком. Ну, сейчас я имею пониже вес. Ну, и если вы видели записки среднего человека, вы уже, наверное, видели
мое лицо, так что уже разглядывать мое лицо не надо. Вы, наверное, в том уже разглядели. Да, последнее видео было 4 месяца назад, а у меня последнее видео вот сегодня только. Самосвал что есть? А, это сзади. Просто мы сейчас находимся на даче, и у нас по дороге ездят самосвалы. Сейчас вот к другу Арсению пришел, вот мы с ним записываем видео. И, короче, нам очень интересно вот так вот. Ну да, на даче воздух, воля. Что там в квартире в духоте сидеть? Карантин еще при том. Ну да, карантин. Но он снимается потихонечку. Но мне кажется, это до конца не снимется. Ну да. Кто хочет гулять, пожалуйста, поставьте лайк. Да. Если вам не понравилось видео, то ставьте дизлайк. А если понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Да. Всем пока. С вами был Сеня и Вова. Пока.